Мишель Пфайффер, американская актриса, обладательница премий «Золотой глобус», номинантка на «Оскар» и «Эмми». Родилась 29 апреля 1958 года в Санта-Ане, Калифорния. Семья была многодетной. Характер у девочки был свободолюбивый, дерзкий. Она легко ввязывалась в драку, прогуливала школу. Родители были стеснены в средствах, поэтому с 14 лет Мишель пришлось искать работу. Девушка устроилась продавщицей в магазин готовой одежды. Поворотом в ее судьбе стало участие в конкурсе красоты в 1978 году. Мишель выиграла титул «Мисс графства Оранж», чуть не став «Мисс Лос-Анджелес». Ей стали предлагать роли в рекламных роликах, эпизодических ролях в телесериалах. Мишель стала брать уроки актерского мастерства. В 1981 году она вышла замуж за актера и режиссера Питера Хортона. Ей выпал шанс сыграть вместе с Аль Пачино в фильме «Лицо со шрамом» Брайана де Пальмы. Признание критиков и зрителей актриса получила за фильм «Иствикские ведьмы». Мишель Пфайффер трижды номинировалась на «Оскар» за лучшую женскую роль. Мишель Пфайффер в 90-х годах многократно называлась первой красавицей Голливуда. Попадала в список 50 самых красивых женщин планеты, по мнению журнала People. Журнал Time назвал ее сногсшибательно неотразимой, а Harper's Bazaar причислил к 10 самым красивым женщинам мира. В 1993 году актриса удочерила девочку, названную Клаудия Роза, а в августе 1994 у них с мужем-телепродюсером Дэвидом Келли родился мальчик Джон Генри Келли. Для Мишель очень важна семья, она готова жертвовать своей карьерой. Кинозвезда занимается благотворительностью, поддерживает ассоциацию борьбы против рака.